трогаемся на наклонном участке. Тронуться нужно таким образом, чтобы автомобиль не откатился, не заглох. Упражнение «Горка» – часть обязательной программы экзамена на автодроме. Его опытный инструктор Василий Платонов выполняет с легкостью. А вот начинающим водителям преодолеть горку с первого раза удается не всегда. Но оно считается достаточно сложным, в связи с тем, что необходимо задействовать сразу несколько органов управления при выполнении этого упражнения. Поэтому не всем это удается. С 1 сентября сдавать на права водители будут по новому регламенту. Правила ужесточились. Теперь в теоретической части можно допустить лишь две ошибки. Причем они должны быть в разных тематических блоках. Сложнее станет сдавать и вождение. Допускалось при сдаче практического экзамена на закрытой площадке, допустим, там одна-две ошибки, то в настоящий момент, если экзаменуемый не сдает хотя бы одно испытательное упражнение, в целом экзамен считается не сданным. То есть достаточно жесткие требования. Прежде чем новые правила коснутся жителей, экзамен сдают инспекторы. 80 человек со всего региона. Теорию сдали еще в мае. Сейчас выполняют упражнения на автодроме. Здесь разная разметка для всех видов транспорта и даже мотоциклов. Те, кому не удастся подтвердить свои профессиональные качества с первого раза, через неделю смогут прийти на пересдачу. Алина Чемерис, Константин Головин. События.